Так, ну. Вот это серьезный аппарат, ё-моё, а что это? Волынка типа. А что-то все моторики не знаю. Что-то не хватает тут. Ну, жопы принимают. Отрезали кусок волынки. Да. Ну, красивая, елки. Легенькая. Легенькая. Топор есть. Торпеда. Интересный вариант. Сейчас попробую снизу заглянуть быстро, пока движение идет. Нет, тут не волынка, друзья. Тут рычаги. Что-то переднеприводное. Короче, волынкой не пахнет. Там только капот. Надпись, да, надпись, да. Так, ну идут ребята. Сейчас мы посмотрим, что там за препятствия. Друзья, я тут иду неожиданно. Набрел на нормальное рубилово. Елки-палки. Вот где все сидят. Вот где настоящий оффроуд. Друзья, вот это четкое место. Я шел-шел и правильно пришел. Я думаю, где они все ездят? Привет, заходи к нам на лимонад. Привет, хорошо. Вот это четко, это просто, просто красиво. Франц вон стоит. Серега, тут трактор на якорь поставили, наверное. Не, ну лидеры же как-то проезжают. Вон, смотрите, что они творят. Красавчики, просто красавчики. Красавчики вообще. Четенько идет, привет. Ну, молодцы. Вот это я понимаю место. Тут будет нам интересно, да. Тут нам будет интересно скоро. Так, что-то там ныряют, пацаны, просто нереально. Давай обгоняйте, патруля, быстрее. За руль, за руль! За руль, садись! Да, да. Так, ну красивый момент. Это лидеры. Быстро прошли. Молодцы, чуть-чуть. Подлебедились, сломал рессору, пошли. Я думаю, что тут за трактор исполняет. Так, это Серега с Вовой. Вот они, лидеры. Так, Ваню завели. Сейчас давайте уйдем от этого трассы. Дальше сюда. Мужчина, вы откуда здесь взялись? Тихо, отойдите. Что вы здесь делаете? Отойдите от машины. Больше надо. Бодя, спустили колеса? Это полная жесть в этом месте. Это место зачет, конечно. Добрый день. Как у вас? О, снимаем. Красиво. Где-то видел. Узнал. Но забыл. Лицо очень знакомое. А? Поснимать тебя не надо. Хорошо. Поправиться. Да. Газовщик района. Да, блин, Саня, это ты, блин, что-то ты
побрился или подстригся? Не, я просто не брился. Или просто не? Вы уже подъезжаете. Да, где они? Ну, они там командной тактикой, я вижу, колбасят туда. Ну, правильно, молодцы. Я знаю, он оторвался хорошо. А больше, наверное, чем на два даже. На два, да? Вон лидер идет. Ну, там у вас так не пропускает. Там серьезные ребята, жесткие. Так, Бодя с Лехой лебедятся. Ромыч ныряет. Ходом, просто красавчик. Просто красавец. Так, ну патрул. Уверенно. Пошел. Смотрят, где Ярослав. Чуть ровнее, но хорошо зашел, красавчик. Красавчик, да. Я ему лайк поставил сразу. Бабос, давай! Ну, солидно. Солидно очень, да. Но он хорошо спущен, видишь? Да. И блокировки, и мотор, и колеса. Ох, как красиво. Вот этот у вас хороший. Наверное, вот так будет. И четвертый, да? Там дальше ленточку. Назад лево, держи. Ох, как классно. Ходом надо заезжать было, блин. Не хватает колес или слабо спустились. Что-то не чуть-чуть не хватает. Или хода. Так, патрул. Да, где? А, классный. Втроем красиво стоят все. А можно там зайти? А там не выйдешь. Зайдет? Отойдите. Штурман, осторожно там, блин.
Жень, выехали вдвоем. Да не, с этими пензениями трех. Красавцы. Для счастья надо одна хорошая яма, блин. Смотрю, серьезный там коллектив собирается. И Вова ж приехал. Ну да. ТР-4? Да, да. И я у вас привез. Видели? Да. И один покрашенный даже. Да. Привет. Привет. У вас мне не доехал. Не доехал? Нет. Чего? Затроившись, блин. Вчера ехал. Ну мы, блин, доехали, у нас машина вон белая, большая. Без проблем, да? Да, блин, хорошо едет, 90, быстро. Главное, УАЗы не потерять по дороге. Там я, можно привет? Астру, привет, Вадим. УАЗ не сделал, так что извиняй, видео сегодня. Руса смотрит все, да. Вчера звоню ему, это хозяин, что я покупал у него. Говорю, что может быть, блин, троить ни хрена не это. А он лидер, смотри, как быстро круги наяривает вообще. А нет, один из лидеров. Второй. Поставь военные мосты, все, блин, так готовишься к гонке к этой, блин. Бываешь. Так обидно. Очень легкая Toyota, блин. Влад повалил. Рома ходом пытается. Ох, 61-й на коксе. Димыч, позовешь, когда будет лететь кто-то? Так, лидер. Красиво сбоку, по сухому. Так, а вот и Леня. Леня. Или нет? Леня, попытка перевернуть самурай. Пока неудачная. Не, не прыгает. Один,
Це ото ювазик. Да. Это что, фирманша? Фирманша? Да. Да, фирман. Да, рубилово нормальное такое в этой яме. Одна яма шикарная. А таких бы 3-4 подряд. Было бы просто бомба. Или две хотя бы. Юля! Скажи ему трюкот. Юля! Юля! Так, Вова, сошли, что ли, что-то их не видно. Вот такое кино. Леня перевернулся, штурман падает. Хорошо более-менее. Коллектив серьезный. Сегодня гость программы сегодня. Не зря мы тягу заварили, оказывается. Это жесть просто. Вова, заверх перецепите! Или стань туда, стань ему на порог! Вдвоем встаньте, он не перевернется. Да, да. Фотосессию провели просто. Ну, очень красиво нырнул. Безопасно. Машина. Машина крутая, конечно. Так, ну тут лидеры. Два лидера. Да. Западная рубль. Это жесткие ребята.
Ром, ровнее зайди, ровнее зайди. Давай, да. Назад еще. Коксу! Вот это оффроуд, вот это праздник. Это оффроуд, вот это праздник просто. Дальше возьми назад. Уже сцепление плохо, видишь, забило, забило уже этим болотом. Плохо включается передача. Патрол на лебеде, фонарь разбил, но выехал. От кенгурятник Паджеро. Конечно, не хватило передка. Что я нашел онлайн? Не-не. Снял, как я Леню спасал. Да, да. И видел, как я под с того берега вплав? Нет. Что нет? Тут? Так, а ты? Я поздно приехал. А, только что? Я ж моей стропой его тянул. Да, да. На следовке, конечно, сейчас задом затянемся и встаем. Передняя за 3000 баксов. Правее на пару метров, мы можем пробовать заходить там и дальше до мотора. Передняя лебеда умерла, да, Вова? Так ты знаешь, сколько она стоит? Сколько? Там много. Как залуп, как а? Три залупа, как пять залупазов. Да не, ну ты же как бы зайдешь еще своим ходом, пока не уходишь. Ну, как на меня встает. Вова, я вспоминаю Танзанию и текут слезы, Вова. А? Что делать? Где? Вспоминаю Танзанию и текут слезы. Какой рецепт? Так стоишь правее на корпус машины, даже на полтора корпуса. Пробуй заходить, сколько зайдешь, я дальше тебя забежу, трактор сломаешь. Так там пусть дальше зайдет, дальше пусть... Там вообще по тому твердому надо ехать. Там уже Леня зайдет. Да не, по твердому. Так, Серега, лебедка передняя не работает, на задней поехали. Знаешь, что случилось с лебедкой? Что? Ну, на, Сережа, на полтора корпуса вправо, на меня что-то стоял, да? Где-то мы ехали в том болоте, или он случайно включил, или заклинило, зажимало крюк, и он заклинил. И назад не выматывается. За кого-то зацепитесь задним ходом. Так за дерево тянули, вот смотри. Не вытянули, да? Нет, за УАЗ тянули, за дерево тянули. Молотком стучали, по колесу стучали. Это я понял. Коврики двигали? Что там они над тобой издеваются, что там в Харькове? Прикалываются, говорят, что Тим модный, говорит. Зверюги, да? А что, ты был в Харькове? А? В Харькове был? Конечно, на России наш. И что там? Тема была. Нормально было? Ну, мало людей было, да? А? Мало людей было, нет? Мало, да. Мало машин, да? Так, средний. Слабо. Ну, Харьков, видишь, немножко далековато он от всех. Да, да, от западной да. Вообще черти где, на другом краю земли. Так, Серега с Вовой задним ходом. Я понял. Дают фору. Вариант. Давай, давай, пока никого нет, быстрей. Блин, Сережа, не говори. А, все, пошло. Не пошло. Пошло. Вова, резче, Вова, блин. Это же не на пляже, елки. Так люди будут ехать, ты ж помешаешь. Еще два класса надо участвовать. Хорошо, лебеда работает.
он и лидер, один из лидеров, а он и второй сзади. Сейчас коксом будет пробовать. Да, копнули там уже хорошо. Не хватает блокировки передней в этом месте, но все равно круто. А ну, Влад, интересно, в том месте. Патрол быстро. А Влад проехал ходом. Хорошо. Медаль мне повесил на грудь. Красавчики. Да выйдет, вы его не знаете просто. Да выйдет, я вам говорю. Не хватает коксу. Бородач пошел с мастер-классом, блин. Слушай, слушай, подноси, что он там рассказывает. Бородач, вот это ты столько издевался, ты не мог раньше подойти посоветовать? Давай, ставки. Ну, будешь ходить потом. Нет, вот так. Нет, давай я сначала ставки сделаю, потом вы будете толкаться. Мы сейчас такое, да, тут... Не трогай людей. Набрал земли. Мы... О, смотри, о. А кто это? Саня, а что ты пустую канистру принес? Ты не мог полную принести? Ты не хочешь хоть руку намочить? Саня, ты не хочешь протектор? Сань, промой протектор, пацаны не могут выехать. Саня, а помнишь, ты по танковой бегал? А, да, кстати. Сейчас тепло. Сделай ветер. Так, бородач дал дельный совет, ну, в принципе, правильно. Ну, куда-то туда переехать, там меньше горка. Не служит. Задом сдать туда и по тому краю. Сейчас, может, подвернет. Паша Скорпион там, кстати, газует. Да? А мы лошары тут, да? Есть шанс ему заказать эвакуатор? Второй мотор. Да, я думаю, второй мотор, коробку. Все, есть шанс. Слышишь, Руслан, залезешь на вот эту горку, идем. Да сейчас, подожди, я давай, не-не-не, сейчас экшен нормальный. Да ну, Леня, вообще, Леня сейчас приедет. Я не пойду, тихо. Да залезешь наверх. Да залезу потом. На а, на вот эту? Ну, да. Да нет, там платно, ты че? Я дам 5 рублей, идем. Точно дашь? Да. А сколько б не было у нас, да. Идем, пошли. Слепой, снимай. Так у меня ноги грязные. Ходят туда с камерами. На карусель. Проходу не дают. Мальчика на карусель привели. Мальчика на карусель. Что выходит от рук в руку? Мальчика на карусель возьмете? Сколько стоит на карусель? Давай сюда. Тут у нас очки есть, снимай, пропоришь это. Сколько стоит? 50? Я перехвачу. Ну, там, будешь какая-то до вечера на этой. Нет, так ты, где я один раз? За вот эту, а я вот эту возьму. Включено. А что, что надо делать? Забежать. На... Забежать. Так, а я если упаду? Да давай, не выйдет. Давай. Быстрее, пока дети не полезли. Горячая. 50 градусов, что я вспомнил место. И 50 лет. Да один раз спуститься 50 лет? Нет, 2 часа. А, страшно! Давай! Меня! Мы снимаем, Руслан! Давай еще раз! Слепой, давай ты разик! Начальник, а что ты отбился? Тут же не один спуск 50!
10 минут, давай, Русланчик. Паш, давай твой выход, я держу камеру. На, держи камеру. Держи поумнее. Можно? Вместо меня можно, да? Снимай, давай. Следующий. Ой, блин, как весело. Давно так весело. Блядь, а тяжело там, да? Всего-то за 50 гривен. Сейчас еще назад кубарем полетит. Слепой, у тебя там рация. А ты видишь, что слепой стоит сверху еще, брат его? Не едет тебя после шиши. Бородач твой. Сейчас Леня приедет. Бородач твой выход. Я финансовый директор. Саша, да нет. Паша, если ты это сделаешь, у тебя канал резко пойдет вверх. Давай еще раз. Я буду месяц рекламировать тебя. Каждый день. Месяц будешь рекламировать. Так, друзья, поржали. Теперь оффроуд. Это Андрюха. Ага, тут лента. Ее сдалека не видно. Она под самой лентой. Влад красавчик. Технично, главное. Влад, да. 9 минут там осталось, так что. Ну залезь хоть раз. Пашенька. И с камерой. Я не могу, я устал. Давай пока меня грел. Я вообще не спал. А то сердце станет. Кто лез, тот пьет. А что у тебя такой гейт, а ты взял? Анализ давал на сахар. Анализ на сахар. Друзья, судя по всему, по времени или нет? Что там у тебя? Пивочек? А нет, просто поехал. Просто Влад поехал помочь Румычу. Красавчик. Еще и лебеда сзади, блин, телепается. Жесткий, да? Это уже два двигателя, но что-то снять хочу, да? На мотоцикл один на шишеру. Что, будешь брать, сын? Вот это серьезный очень пилот. А как начинал, блин? Ну, он не мордой начал ехать. Не напрягается. На холостом ходу. Так, ребята заводятся.